Сохрана берег от войны, катастроф на черных картах Каресу. Для войны в катастрофической ситуации и просто оберег от опасности. Выложить черные карты на алтаре на ночь. Первый ряд. Восьмерка червонная, плюс туз червонный перевернутый, плюс туз бубновый, плюс джокер черный. Второй ряд. Девятка червонная, плюс тройка червонная, плюс джокер красный. И сказать. Арес, пускай огонь войны и катастроф, трагедий и аварий. Не опалит мой дом, мою семью. Хранит от катастроф меня твой щит. Ты отведи беду, не дай пожару и огню распространиться. Не дай несчастью подойти ко мне. Беда пускай моя обходит двери. Прошу тебя, Арес, и заклинаю. Утром смешать с остальной колодой и убрать. Фото карт можно носить с собой, как оберег дополнительно. Этот ритуал можно делать для своих близких, если они в тяжелой ситуации, даже без их согласия. Но это исключение. Делать магически ни на кого без их согласия, даже защищать и спасать их нельзя. Но в этом случае на войне при катастрофе вот это можно. Вы можете сделать для своих близких. Рес – бог войны. Именно он всегда развязывает войны, он отвечает за бедствия, за катастрофы, за пожары, за крушения. Именно когда народ страдает, да и любой человек, от полиции, от армии, от меча и огня. Это все Арес. У него много еще других функций, но в данном случае и он вас может и защитить от этого. Это не говорит, что он ради вас по вашей просьбе прекратит войну. А зачем тогда бог войны существует? К сожалению, у них своя логика и свои принципы. Но вас спасти он может, у ваших близких. Вот на больше не рассчитывайте. Не пытайтесь просить за всех или прекращение войны. Нет, этого не будет. Это он вам не ответит и не собирается отвечать. Сразу могу сказать. Но спасти своих вы можете, чтобы ваше имущество не пострадало, вы не пострадали, ваши близкие. Если ваш близкий в рисковой ситуации, и даже если он там едет, например, по горной дороге, обледенело, и вы знаете, или ну, в море, наверное, лучше к Нептуну, ну тоже можно, если риск вот. Особенно в физической опасности обязательно можно обращаться именно к Аресу. И он вам отзовется. Когда минует опасность, не забудьте поблагодарить. Как умеете, как можете. Кто словом, ну, цветы полевые любит. Скоро они пойдут весной. Можете подарить ветку цветущего дерева. Если у вас ничего нету, ну, значит нету. На войне так на войне. Поэтому можете сделать фотографию и хранить. Даже если на ней плохо видно, ну ничего. Все равно можно.